Доброе утро, Тамбов! С вами Олег Рожков. Зима наступила, снег выпал, но если вдруг вы не очень любите развлечения на свежем воздухе, какие-то активности вроде катка или хоккея, мы вам расскажем снова, чем себе интересным занять дома, никуда не выходя, но зато провести время с пользой, и в этом нам поможет Юлия Чекунова. Знакомьтесь. Всем привет! Я Чекунова Юля, мне 26 лет, я занимаюсь изготовлением картин из эпоксидной смолы уже 2 года, и однажды я сделала картину 1,5 метра за 40 минут. Юля, расскажи, пожалуйста, что за эпоксидная смола, как ее можно использовать для создания каких-то интересных вещей, как ее использовать в своем хобби? Сегодня мы будем изготавливать картину в технике резина-арт. Эта техника идет из Австралии, родом из Австралии. В чем заключается ее главная фишка? В том, что любой человек, абсолютно не имеющий художественного образования, может создать, можно сказать, шедевр. А с какого возраста, ну, желательно начинать или можно начинать? Ну, желательно лет с 15, конечно, потому что все равно это промышленный материал, эпоксидная смола, не стоит об этом забывать, вот, и не ограничено. И ты говоришь, что невозможно повторить точно так же то, что сделал в прошлый раз. Да, конечно. А почему так? Потому что смола разливается, и краски смешиваются таким образом, что, ну, невозможно повторить. Тогда давай расскажем нашим зрителям, как сделать себе уникальную, неповторимую картину из эпоксидной смолы. С чего начинаем сперва? Давай приступим. Сперва нам нужно заготовить все цвета. Мы с тобой выбрали бирюзу. Да, это правда. Я люблю бирюзу. У нас готовая эпоксидная смола в соотношении 2 к 1. Все, она размешана. Но про смолу нам Коля попозже расскажет. Да, Коля вам попозже расскажет. И теперь мы смешиваем цвета. Сейчас будем добавлять колеры специальные акриловые. Вот он выглядит как обычная краска. Я думал прям наливать. Это даже вот так все. Нет, это мы сейчас будем колеровать смолу. А сколько нужно мешать? Да как, когда я пойму, а что это готово? А ты увидишь, что она однородная. Не будет никаких комочков, ничего. А, даже так? Да. Так, Юль, мы с тобой уже подготовили поверхность, правильно? Да, мы сделали первичный слой смолы. И сегодня я вам расскажу о технике грязного стакана. Так, что это такое? Она забавно называется. Мы подготовили цвета различные. Сейчас мы будем их наливать поочередно, контрастные цвета, в стаканчик, не перемешивая. И потом мы резко перевернем стаканчик. У нас эта смола распределится по полотну и получится совершенно хаотичный узор. Ну, наши слои готовы. Теперь, как ты говоришь, ответственный момент наступает. Самый ответственный момент. Нам теперь нужно перевернуть стаканчик. Это нужно делать, как я понял, уже осторожно. Осторожно, да. Резко переворачиваем стаканчик и оставляем его в вертикальном положении. Вот отсюда прям я уже могу начинать переворачивать? Да, да. Очень переживаю. Надеюсь, что ничего не испорчу. Не бойся, давай. Раз, оп. Все. Вот так? Так и должно быть? Да, отлично, да. Я справился. Все круто. Да, здорово. Ну, смола у нас уже потихонечку начала растекаться. Мы должны теперь ее, наверное, как-то сами, да, уже здесь на свой вкус сделать узоры какие-то, или как мы будем? Да, нам сейчас нужно добавить какие-то контрастные элементы, контрастные полоски, и потом подвигать полотно, чтобы краски смешались между собой, и вот как раз узор появится. Слушай, ну а ты вообще, как ты пришла к такому делу? Почему ты решила заниматься вот эпоксидной смолой? Ты вообще кто по профессии и кем работаешь? Я по профессии архитектор, работаю сейчас, ну, веб-дизайнером, легче. А, ну ты, у тебя все равно такой лайфхак, ты отучилась, да, и у тебя все, в принципе, просто выходит. Да, я всю жизнь рисовала, вот, поэтому для меня там смешение цветов – это вообще не проблема. Для того, чтобы убрать пузырьки лишние из эпоксидной смолы, выгнать, нам нужно ее пройти слегка газовой горелкой. Ну, я удивился, что увидел тебя в руках. Да. Ну, собственно, и поэтому нельзя детям ее маленьким использовать, потому что это работа с огнем. Вот они схлопываются, все пузырьки воздуха. Да, точно. И она становится совершенно гладкой. Ну, наша картина с тобой, как мы уже заключили, готова. Да. Нам нужно сколько-то подождать, чтобы это все затвердело? Если нужно, то сколько? Набирать плотность картины будет 24 часа. Где-то через час мы уберем бортики, и потом смола плавно стечет и закроет у нас торцы полотна. И все. Через 24 часа картина готова. Так, прекрасно. Ну, а подробнее о том, как подготовить смолу, нам расскажет Юлин муж Николай.
Меня зовут Чекунов Николай, мне 27 лет, и однажды я сделал мастерскую для своей жены за 2 дня, в которой мы делаем эти прекрасные работы. Коль, перед тем, как я уже сказал, заниматься смолой, что-то из нее делать, ее нужно правильно подготовить. Расскажи нашим телезрителям и мне заодно, как готовить смолу, что для этого нужно учесть, и вообще весь процесс опиши нам. Если что, я даже поучаствую в этом, чтобы понимать тоже. Хорошо, смотри, для изготовления наших работ мы используем классическую смолу для творчества, декоративную, то есть... А суть ее в чем? Она состоит из 2 компонентов, которые смешиваются в отношении 2:1. То есть смола и отвердитель. Заливаем необходимый нам объем, после чего добавляем 1 часть отвердителя. Все вот эти, так скажем, ингредиенты, которые у нас присутствуют в работе, их легко везде получить и добыть. То есть нет с этим сложностей? Нет, смола, она продается в интернете, без проблем ее можно заказать. Все красители, все колеры в любом строительном магазине, супермаркете, рынке. То есть это все самое обыкновенное, здесь ничего дополнительного. То есть кто-то сейчас заинтересуется, он может пойти в магазин и также зайти в интернет и заказать там себе все, что ему необходимо. Да, проблем в этом абсолютно никаких не будет. Насколько это дорогостоящее увлечение, насколько дорого стоит смола и все остальные вещи к этому? Если мы говорим про смолу, ее средняя стоимость где-то в районе 1000 рублей за литр, плюс-минус, в зависимости от объема, от партии. Если же про красители, ну, здесь у них стоимость где-то 100-150 рублей за тюбик. В принципе, там для основных работ нужен там 5-7 цветов, да, которые можно между собой уже смешивать. Вот это если говорить про основные наборы. Вот такую красоту можно творить, не выходя из дома, собственными руками, сделать кому-то приятный подарок, просто заказать все необходимые компоненты из интернета. Главное помнить о пропорциях и запастись газовой горелкой. С вами был Олег Рожков. Всего доброго!